Задание было одно – играть вперед, пытаться снабжать нападающего передачами. Видимо, не получилось, потому что проиграли. Да, настраивались, вроде бы, домашняя игра последняя, заключительная, перед Томми. Ну, тяжело тоже начинать матч при счете 0-2 на 20-й минуте уже. Надо было отыгрываться, Томми умеет защищаться. Вот. Вроде бы проснулись и все, потом, ну, ошибки, но бывают у всех, ничего страшного. Включили совсем игру с первых минут, но тяжело, когда с каких-то индивидуальных ошибки даем сопернику уже на 20-ю минуту вести 2-0. Потом очень тяжело вернуться в игру. Но я не считаю, что там, не знаю, Том создал, не знаю, на первые 15 минут 6 моментов и забил нам 2. Просто наши ошибки. Мы сами себе привезли 2 гола. Потом второй тайм вышли более собрани, давили на Том. И я могу сказать, даже при этом поражении очень горжусь своей командой, как вышли второй тайм на игру. Очень тяжело было входить в игру, когда на 20-й минуте проигрывали 2-0. Но все равно я считаю, что мы не должны были упускать очки. У нас были моменты, и мы должны были их забивать. Конечно, трудно взламывать оборону такую, но у нас были моменты, мы просто не реализовали. Вот, я считаю, что второй тайм мы все-таки лучше сыграли. Вот, и жалко, не удалось хотя бы 2-2 ничего вырвать, хотя были моменты. Попросту, но есть где-то всегда, хочется быстрее отыграть. И попросту у нас было тоже достаточно времени. Там Горан забил, я думаю, там 20 минут до конца было еще. Но у нас там было моменты, попросту не забили еще. Том выиграл заслуженно, как бы 2 гола забил. Поздравляю экипу Тома и моего большого приятеля и друга Андрея Леха Крючка. Ночью снег пошел, вот поэтому поле было такое вязкое, засыпали песком, чтобы как бы оно полностью не проявилось, как в Армавире не было. В принципе, все равно нужно спасибо сказать агроному, который поле на такое время неплохое. Конечно, чувствовалось, ноги подседали, плюс когда разбегалась, опорная нога ехала чуть-чуть. Вот. То есть, ну, сказалось, ну, что поделаешь. Мы соберемся, поговорим с ребятами, потому что опускать руки мы не будем, во-первых, потому что задача поставлено выйти в премьер-лигу. Отрыв, я считаю, что можно ликвидировать, и думаю, что мы еще поборемся. Ничего страшного, сейчас проиграли, жизнь продолжается. Вот. Уже завтра забудем эту игру, ну как забудем, будем двигаться дальше. Остался газовик, нужно не упасть в грязь лицом, обыграть своего прямого конкурента и реабилитироваться перед болельщиками.